Всем приветик. Ой, смотри, у нас дождь и холодина около нуля уже. Ну вот война пришла и в Краснодарский край. Вечером, после трудового дня, когда люди вернулись с работы, падает на дом в Ейске военный самолет, истребитель-штурмовик Су-34. Кошмар какой-то. Ай-яй-яй-яй-яй, вспоминается детство. 1966 год. Группа советских войск в Германии. И падает военный самолет то ли над Дрезденом, то ли над Лейпцигом. Двое ребят, штурман и командир, направляют свой истребитель, дотянув до леса, минуя миллионный город. Появилась песня на слова великого Роберта Рождественского и Оскара Фельдсмана, композитора. «Огромное небо, одно на двоих. Пускай мы погибнем, но город спасем. А тут что мы видим? Военный самолет, какие-то учения вечером, полный боекомплект с Ейска, оттуда, откуда направлялись истребители разрушать Мариуполь. А теперь досталось и Ейску. Разница только в том, что и пилот, и штурман выпрыгнули, катапультировались, а самолет свой, козлятники, направили на здание с мирными жителями Ейска. Да. Обмельчали что-то российские соколята.